Так, привет-привет, мы на складе находимся. Отшиты новинки. Отшили шубки в соболе. Настоящий соболь, это не куница, а соболь. С сединой. Мех самый ценный считается, пушистый. И очень легкий, очень согревает. Достаточно просто положить на руку его. Вот такой вот фасончик. Это паркетик. И вот еще одна шубка. Там еще 5 шубок висят, размеры разные есть. Вот такую светлую отшили, кимоношка под пояс. Такой фасончик. Это новая модель. Так, черненькая отшита шубка под пояс. Тоже фасон немножко зауженный к низу и с капюшоном идет. Такой вот под поясочек. Новенький. Так, белые шубы. Это вот мы сейчас смотрели такую. Черная с рысью. Длинная под пояс. Английский воротник. Черная с куницей, с капюшоном. Так. И сейчас еще вот тут немножко посмотрим. Такая летучка отшита. Это в орехе. Летучка орех с... куница, это куница. Тоже красивый капюшон, кобра открытый. Так, длинные шубы, 1,10 м длина. Такая вот синяя кимоношка. Размерчики разные есть. С капюшонами длинные. Цвет такой пепельный, новый. Тоже размеры разные. И вот такие летучки, английский воротник. Это все из нового. Капюшоны и воротники. Все это можно заказать. А вот, посмотрите, новинка. Черная шуба. Легкая трапеция. Оригинальный фасон. Отделка светлыми кусочками норочки. Смотрится великолепно. Элегантная модель. Классический цвет подойдет под любую одежду. Шуба с капюшоном. Модель, проверенная временем, очень хорошо будет смотреться на любой рост. Шубка в наличии, сейчас на складе можно ее заказать. Норочка хорошая, воздушная. По спинке очень все красиво, такой легкий вид. А это шубка из настоящего соболя. Шубка Автоледи, английский воротник. Это летучка, цвет лесной орех, капюшон куница. Эту шубку мы сейчас с вами смотрели. Так, это трафарет, расцветка, норка белая, халат. Кокон черный с рысью, капюшон. Прямые шубы, светлая пудра, длина 110, черная шуба, английский воротник. Летучка, английский воротник, цвет пудра. Черный цвет, английский воротник, куница. И классика орех. До встречи в Меховом на Тверской!